Пострадавший в аварии при столкновении с верблюдом находится в крайне тяжелом состоянии. Второй день врачи борются за жизнь жителя Мангыстауской области. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в происшествии пострадали 3 человека. Общая реанимация поступает двое. Один в очень крайне тяжелом состоянии. Дыхание через ИВЛ. Сознание медикаментозный сон. Состояние крайне тяжело за счет политравмы, закрытия черепно-мозговой травмы, ушиб головного мозга, ушиб легких, двухсторонний пневмогематоракс, перелом ключицы, множественный перелом ребр. Второй пациент находится в отделении нейрохирургии в палате интенсивной терапии. Третьего после оказания помощи отпустили домой. Авария произошла в ночь на воскресенье на трассе республиканского значения. Пострадавшие рассказывают, от момента, когда они увидели верблюда, до столкновения прошли доли секунды. Это далеко не первый случай столкновения машин со скотом. Нередко такие встречи заканчиваются смертью не только животных, но и людей. А найти хозяев и привлечь их к ответственности при этом очень непросто.